Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Забираем с тобой награду 5000 монет, это нам не нужно. Новые задания. Так, сделай 5 поворотов на супердизеле. Просто сделай 5 поворотов и сделай 6 поворотов на скутер. Не, давай вот это вот уберем, сделай... О! На раллийном авто. Как тебе такой расклад? Попробуй еще сделать их. Так, ну что, открываем сундуки. Здесь ничего хорошего нету. Продолжаем дальше. Новые колеса. На ролейку, кстати. А чем они, интересно, хороши, эти колеса, а? Надо будет про них почитать хорошечно, да? Что они вообще дают. Новые для ролейки новую краску мы достали. Ну, ничего себе. Так, команда. Так, Кирилл, я ничего не получил. Я поздороваюсь со всеми ребятами. Поздно, правда, уже на самом-то деле. Сейчас увидишь, сколько там времени будет. Если, конечно, покажут. Как тебе такой расклад, а? Час 48, да, ребята? Я опять... Блин, день с ночью перепутал. Ну, ты смотри, первые места занимаем. Дым, Дым-Дымыч, Герой. И наши ребята тут прыгают. Так, эпическая. Это у нас на мотоцикл. Редкая водитель, редкая, опять же, на мотоцикл. Все на мотик, да, выпадает. Так, еще один у нас. На ролейку ничего. Так, 85 тысяч монет у нас. Так, скоро уже будет 17-й сундук. Так, 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 ладно, подожди секундочку. Что я хотел? Я хотел, опять же, пойти на кубку. Ребята, и вот сегодня, я не знаю, что это такое, но... Что это такое? Тряпка какая-то. Что это? Попробовать взять гроссмейстера, а? 30 тысяч кубков, и мы получим с тобой сундук плюс деньги. Но опять же, все будет зависеть, как у нас все это дело пойдет. Фух. Ну что, поехали. Может быть, сменить немножко нам личика? Поехали. Оу, что-то я заговорился, а бустануть-то забыли. Так. Ну, само собой, враг там не отстает. О, домики опять. Домики — это всегда опасно. Ну, благо здесь у нас все отлично получилось. А они все втроем практически в одинаковое время пришли. Так что, ребят, нормально. То есть, ну, это прям трасса для нас, да? Честно говоря, сделана. Не надо вот так вот, пожалуйста. Опа, это он... Как он так бустит? Ты посмотри. Турбина там у него, что ли, а? И залетаем на топчик. Да, ребята? Черт, подери джойстик от PlayStation. Я же думаю, что мне мешается под рукой. Так. Продвигаемся по чуть-чуть. 2 часа ночи, Рэй дрынкает в игру. Зима на носу. Кстати, я же хотел посмотреть, что за колеса-то там новые-то у нас есть. Погоди, а где? Вопрос. А где я должен... Так, бесплатно. А где я должен посмотреть колеса? На ролейку новые колеса должны были дать. А где они отображаются-то? Эй! Я не понял. Странно, ребят, я что-то не догоняю, напишите в комментариях, что-то не могу врубиться. Вроде как получил новые колеса. Типа вот таких. На раллийное авто, ну их я не вижу. Как бы их нету, может они где-то ставятся. Ну они по идее должны как бы где-то ставиться, но где? Фиг ее знает. Оу. Ой-ой-ой. Вон, видишь, вот, вот у этой машины. Такие же. Тихо. Ты видел? Вот это мы круто всех тут накололи. Моя машина дымится, но еще даст, как говорится, порху, да? Ух, ё! Ты тихо, пожалуйста, не надо так выкрутасы такие делать. Это же опасно, в конце концов. Где там, в конце концов, финиш-то уже? Тут что, одна трасса, что ли? Скорее всего, да, тут одна трасса, друзья мои.
Нет! Чуть было не разбился. Так, аккуратненько, тихонечко, аккуратненько. Здесь перелети. Да, ребят, тут одна трасса, и поэтому все, это уже финиш. Я помню прекрасно. Вот он. Первая позиция. А этих даже нет. Смотри, сколько времени проходит. Нету. Странно. Так, что же это все-таки за вещь такая там лежит? Я никак не могу понять. И также я не могу понять, где колеса менять. Они вообще меняются? Может быть, вид? Так, это что у нас за штаны такие непонятные? Так, а это, я так понимаю, ребят, полный... Чувак с рогами. Я так понимаю, вот этот костюм, да, полностью получается. Угу. Машина. Ох ты, как тебе такой расцвет? Напиши, пожалуйста, в комментах. Давай вот так вот погоняем. Чувак с рогами. Это что-то с чем-то. Теперь надо бы не забыть, что это мой расцвет такой новый. А то и привык выделяться сереньким. Ну, такие коричневые. Смотри, 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 что потворится, ребят. На хвосте вражина. Но мы ему не отдали первое место, отлично. Но бодренько, бодренько шуршал, я тебе скажу. Давай вот тут вот. Да ёк-макарёк, ну... Давай, 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 давай. Видишь, опять этот там на своей турбо-шмурде летит. Щух. Опять же первое место, ребят. Пока идем великолепно. Как только мы прокачиваем с тобой эту машину по фулке, ну, я имею в виду про ролейку, мы будем с тобой качать какую-то другую машину, пока не знаю какую. Ну, я знаю, что это точно будет. Так, отлично. Первое место. Может быть, это будет даже тягач. А может быть, что-нибудь другое. Посмотрим. Так, давай-ка разблокируем с тобой. Блин, на вот на дизель нам выпадает форсаж. Почему мне сюда не выпадает, а? Мистический кубок. Друзья мои, мистический кубок, сами понимаете, да? Кстати, там у нас денег хватало для того, чтобы прокачать нашу ролейку. Ну, немножечко, конечно, но этим надо воспользоваться. Так, вот здесь вот давай не будем газовать. Ага, я понял. А как это... Ага! Как М-ка захотел, думал, самый умный, ага. Губишки пускай закатает обратно. Я уже приноровил, ну, я уже понял, где тут что надо как сделать. Где подкинуть скорости, где убавить. Вот это вот, вот. Ну что ты за... Ой-ой-ой, ребята. Вот как вот, знаешь, вот это вот, как проказа какая-то. Вот стоит мне что-нибудь похвалить или сказать. И все, и на следующем раунде у нас все летит просто к чертовой бабушке из-под ног. Я это уже заметил, это неоднократно, ребят, происходит. Я не знаю, с чем это связано. О, черепашка, да? И вот тебе, на, вот она тебе, черепашка. Все, фейлимся. Мы даже не можем встать. Там тоже, смотри, кто-то. Все, раздавит. Опа, а как? А как он встал? Как он встал, извините, ребята. Он валялся, вскочил и поехал. Нормальный такой расклад тебе? Так, я не буду здесь газовать. И газую, главное. Я не буду здесь газовать и газую. Ай-яй-яй, ребят. Ну, первое место, прикинь. Ну, это ничего не решает, честно скажу. Тут какое-то третье место, наверное, да? Второе? Ну, это удача просто какая-то. Второе место мы получили. Ну что, поехали дальше? Да, вот это я хотел, кстати...
Так, 120 тысяч. 120, а самое последнее нужно 160, да? Очень плохой финиш, и какая-то трасса мне... Ну, нет, вторым. С какими-то ухабами. Блин, даже слов нет у меня. А-а-а, супердизель-то едет. Смотри, с чем, он едет с форсажем, друзья мои. Ну, он с форсажем едет. Понял? Поэтому и занимает здесь первое место. Ну, форсаж, я имею в виду, это вот эта вот турбина. Так, здесь нафиг. Ну чё же он там свой форсажик-то не применяет, а? Где форсажик твой, парень? Правильно. Ты там убьешься на своем форсажике. А мы первое место, тем не менее, занимаем. И открываем вот этот ящик красный. И нам ничего не достается. Именно на нашу тачку ничегошеньки не выпало. Обидно, прям нет слов. ХК Рейсер. Вот эти вот всегда, ребята, вырываются вперед. Я вот смотрю, у них вот на старте просто идет идеально. А вот дальше они почему-то начинаются фейлиться. И видишь, кто сзади? Сзади такая же роличка, как у меня. Нет, 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 не хочу. Угу. И вот он финиш. Я бы сказал, идеально мы проехали. Очень четко. Нет! Вот он этот. Это же баги у нас, да? Да что ты? Я бы не заехал, ребят, в любом случае. Ну вот, от первого места какое у нас? Пока вторая позиция. Ну, вторая позиция так и осталась. Потому что все время едешь на стримаче, ребят. Думаешь, вот, а да, залетит твоя машина туда? Не залетит. Может перевернуться, как всегда. Ну, ты знаешь, в общем, чего я постоянно опасаюсь. Ё-моё, ладно. Заехали, фиг с ним. Сломанная трасса. Есть. И туда, в воду. Бульк. Все. Все как один. Ну, что это такое? Покажут мне в конце концов? Блин, я еще не доехал до нее. Я еще до нее не доехал. Ладно, темные дороги. Поехали дальше. Ух ты, тут лихач у нас. Ё-моё. Ты посмотри, что происходит. Вот это да. Вот это я выжил. У чувака просто на финише машина в хлам разлетелась. Ты видел? Просто колеса в одну сторону. Это... Так, подожди, вот это уже не смешно. Это уже нифига не смешно, ребят. Давай, 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 давай. Окей. Все, первое местечко. Просто с замиранием в сердце смотришь на это все и думаешь, блин, выигрыш или нет, выигрыш или нет. Жим-жим, как говорится. Конечно же, всегда хочется... Ох ты, прям залетел туда, нормально. Тут прям перелетел. Лихач, конечно, не отстает. Блин, ну уметь мог же. Ну зачем вот... Первый, что ли? Блин, ребята, это просто смешно. Ну какой-то вот тачка развалилась. Что это такое? Новый костюм водителя-драматург. Какой костюм? Это не... Опа!
Друзья, у нас Франкенштейн. Лесной кубок. Ну что, друзья мои, покажем ему, почем фунт лиха. Фрэнк. Ребят, трасса для меня... Ого, он еще и на... Давай, 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 давай. Я не знаю, что тут в этой трассе у нас может поджидать. Но финиш уже здесь. Есть. Так, первая гонка за нами, ребята. Прошу запротоколировать. Запротоколировать, да, точно. Нет. Вшивый старт был. Фрэнк, отойди. Ох, ёк-макарёк. Ребята, вот тут он, конечно, меня обдурил. Я сам повелся на какую-то дребудень. Ну, понятно. 1-1, да, получается? Фига тут трасса. Чуть-чуть, ребята, не... Блин, ну, честно скажу, на такой трассе не ехал. Даже не мог подумать, что вот такая вот будет фигня. Ладно, пока 1-1. Я не хочу туда ехать. Опять это полено. Фрэнк, отвали. Ес, давай, 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 ярый. Молодец, красавчик. The best from west, ты лучший. Хе-хей, Фрэнк, кури бамбук. Вот так вот. И, друзья мои, 6000 монет. И вот он сундучок. Ты посмотри, вот все, куда вот хочешь, да, нам на этот, на баги дают. Ну не дают на мою роличку, ты понимаешь? На мою маленькую роличку мне не дают ничего. И мне это очень грустно и обидно. Все раскидывают. А мне какие-то колеса захудалые дают. Вот и все, ребят, больше ничего. Ну что, попробуем доехать с тобой тогда до сюда. Раз уж так замечательно мы проехали эту гонку, давай попробуем этих шахтеров тут наказать. Наказал, твою... Ты посмотри, посмотри. Это что такое? Ребят, можно вопрос? Это... Что с моей машиной? Что он так едет-то? Вставай на колеса, есть. Да, ну быть такого не может. Как я вообще такое сделал? Что тут, одна гонка, что ли, такая большая? Или что, я не пойму. Давай, шпарь. Ну, а вот и финиш. Есть. Так, ну что... Взяли с тобой чемоданчик. Открываем. Ну что, тут есть вероятность нам получить 90 кристаллов. Гонки еще 2-3 нужно прокатиться. Трындец, вот это мы летаем. Давай на колеса. Отлично. Когда на колесо приземляется, он дает буст. И первое место. Все. Эти следом подъехали. Правильно, так должно быть. Потихоньку, полигоньку. Смотри, 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 как бустит. С форсажем едет. А мы ходим без форсажа, но первые места берем. Погнали дальше. Слушай, а мы что, будем с этой с супердизелем, что ли, соревноваться? Ладно.
Все-таки, если брать по прыжкам, я очень круто сейчас начинаю прыгать и очень далеко пролетаю расстояние. Причем, заметь, без крыльев. Так, еще, наверное, гоночки две и самоцветы мы получим. Так, погнали. Блин, это шахта. Так, надо вниз лететь. Ай. Тихо, тихо, тихо. Да тут разбиться, блин, проще пареной репы, согласись. Блин, хотел все по низам проехать. Думал, по низинкам возьмем по дороге. Ну и итог ты видишь, какой был. В смятку размозжились. Просто в смятку. Так, тихо, давай-ка вот здесь вот. И финиш. Ну ладно, здесь первое место заняли. 3 очка у нас. Последняя гонка. Проедем аккуратно, будет круто. Как он тут на мотоцикле вообще гоняет? Угу. Смотри, ролейка просто не уступает мне. Есть! Первый. Буквально там на доли сотой секунды вырвался вперед. Подожди, а, ну по очкам, да, по очкам, ребят. На второе место. Болотистая дорога. Так, наверное, после болотистой дороги еще одна гонка и все, ребят. И кристаллы заберем. Фига там, чувак, кренделя накручивает, видел? Супер свои вертушки делает. Ого! Ну, есть. Проигрыш — дело неудачников. Согласен. Только почему это ко мне относится? Проигрыш — дело неудачников. Я-то здесь при чем? Я вроде как выиграл, а не проиграл. Так, стоп. Поехали вниз. Есть контакт. Угу. Последняя гонка. Трындец, тихо, не вздумай. Но все равно первое место. Все равно, ребята, было первое место. Так, открываем сундук. Амортизаторы. Вот только амортизаторы мне и дают. Все, на больше я, ребята, не заслужил. На тебе амортизаторы и не грусти, да? Куда-то чувак вверх полетел. Воу-воу-воу. Так, за мной. Так, погоди секунду. Тут что, одна трасса, что ли? Я не пойму. Я успел горючку взять и финишировать. Нет, тут две гонки будет. Хм, интересно, такая долгая, длинная была трасса. Что я подумал, если мы горючее не возьмем, то я сфейлюсь. Только не надо этих... Блин, понятно. Я думаю, все прекрасно поняли, да, о чем идет речь. Ну и чё ты? Это... Мне слов нету, что это сейчас было. Это был просто бред. Я ненавижу вот эти вот, ребята, по костям крутиться. Вот серьезно говорю. Уже который раз все время фейлимся на этих косточках. Один раз, по-моему, как-то чудом каким-то получилось. Не чтобы дурачку заезжать туда наверх, да, и нормально финишировать. Нет.
захотел повыпендриваться. Ну вот и повыпендривался, приехал последним. Молодец, Рэй, ты как всегда вот тупишь, блин, на ровном месте. Нет слов у меня. Все начиналось идеально, нет вот, блин. Ну вот это вот все, перелетаем, перелетаем это все. Да обгони ты уже этих охламонов, на которых... Понизу, понизу, естественно, понизу. Все, первая позиция. Так, это первые 3 очка. Но это еще не конец гонки, понимаешь? Первое место вряд ли у меня здесь, конечно, уже будет. С этой болотистой миссией. Перелетаем. Врезался, да, чувачок? Или... Блин, почему меня так заносит офигенно? Да, вторая. Что по итогу получается? По итогу первым. И... Да. Берем с тобой 30, и тут 60-90 кристаллов. И, как всегда, мне тут ничегошеньки не светит. Ну что, дорогие друзья, давайте на сегодня мы закончим с вами эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!